Yes. Yap di da ti ta ta she di ta ta i a ta ta te ti te te ta ta ta. Shalom a pas te 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 te. Всем привет! Мы с вами продолжаем тег 167 рукодельных вопросов. Хотя они не совсем рукодельные, ну скажем, 167 вопросов для рукодельниц. Итак, мы остановились на первых 5 вопросах. 5 вопросов, которые я выбираю сама из списка 167, потому что на все ответить это, наверное, нереально для меня. Итак, 6 вопрос. Сколько времени вы набирались опыта? Ну, вы знаете, я могу сказать, что первый год для меня был, первый год вот вышивальный, да, для меня был вау какой. Я строчила просто как, я не знаю, как кто, вот вообще, честно вам скажу. Просто меня так это захватило, что я не могла остановиться. Я вышивала, вышивала запоями, да, запоями. Причем, если сейчас мы вышиваем несколько процессов сразу, там отдыхалочки на разных основах, тогда же такого не было, да, там 25 лет назад это появились тогда первые самые наборы Dimensions, потом появились, я вот какие помню, какие-то иностранные, да, даже не российского производства, не РТО, таких даже не было. Потом, я помню, было золотое руно, была панна, но я тоже не помню, я панну не покупала, для меня она была, ну, как я ее не знала. Мне, вот как моя подруга сказала, что Dimensions самая хорошая, там, самая крутая и самая-самая, я, в общем, покупала ее и вышивала. Ну, и вот золотое руно тоже у меня было, я помню, вышивала. Поэтому за первый год я, наверное, очень много набралась опыта, я много очень смотрела вышивок, лазила в интернете, но не на ютубе. Я еще раз повторю, на тот момент я даже не знаю, был ли вообще, существовал ли ютуб или нет, или он уже позднее стал, потому что я, как я вот раньше в предыдущем видео сказала, что с ютубом вообще, как с площадкой, я познакомилась, наверное, то ли в 15, в общем, либо 15, либо 16, либо 17 год, вот что-то такое. Мне надо посмотреть, в каком году я зарегистрировалась, вот зарегистрировала этот канал. Почему? Потому что, в принципе, вот в этом году я и узнала про YouTube, и я зарегистрировалась и стала смотреть. И если это было в 17 году, значит, я вот в 17 году только впервые на эту площадку зашла. До этого я не смотрела. И еще раз повторюсь, я не вообще не любитель социальных сетей, я и до сих пор, меня нету ни в Инстаграм, ни ВКонтакте, ни в Одноклассниках. В Фейсбуке я зарегистрирована, но это тоже уже там, я не знаю, 20 сколько лет назад. Я там изредка ищу какую-то информацию, когда мне нужна, но ничего туда не выставляю. Ну, когда-то выставляла, там группы есть вышивальные, но это тоже, это было еще, когда я в Колумбии, наверное, жила, по-моему. Ну, в общем, как-то так, я... После Колумбии я вот в Панаму, когда в отпуск приезжала или наездами сюда, я еще выкладывала какие-то фотки из Панамы. А в принципе больше ничего. Вот очень долго я туда не заходила и почти там не бываю. Поэтому набиралась опыта я, наверное, первый год самый. И я уже перепробовала, вот я говорю, несколько тогда фирм. Может быть, даже и было РТО. Я вот сейчас не помню. Я не могу... А, нет! Вы знаете, что было? Жанлин... тоже не из легких. Это была вторая моя работа, Жанлин. То есть там были четверть крестики. Но я же ничего не знала, я же брала, потому что маленькая работка по размеру. Но я же не понимала, что там есть четверть крестики. То есть у меня в первый мой год знакомства с вышивкой, у меня, в общем, все произошло, знаете, наверное, даже и хорошо, что со всяких именно сложных вышивок, потому что это вот опыта я и набралась благодаря этому. Если бы я взяла какое-то самое простое там для новичков, для начинающих, то, наверное, может быть, я бы так быстро не сообразила, что к чему. Вот. Так что, наверное, первый год самый был у меня такой продуктивный. Я помню, что первый, второй год у меня за год было по 10 Dimensions я вышивала. Причем я вышивала и оформляла,
у меня на работу уходило где-то, я не записывала никогда, но где-то по 1.5-2 месяца, да, то есть маленькая работа вообще там за неделю и того меньше. Вот Дим Голд Петит я вышивала, ну, девочки, я вам говорю, я вышивала до 2 ночи, приходила с работы, кушала и быстрее садилась за эту иголочку, как ненормально, меня аж колбасило, как мне хотелось, да. Представляете? Так что первый год, да, был самый. Потом уже было легче. Потом, когда я познакомилась с фирмой «Золотое руно», а там вообще все без бэка, все так понятно. Для меня это хоть и большой был, как бы масштаб, именно размер работы большой, но для меня это была такая фигня, потому что там крестики только, и все, и больше ничего. Там ни четверть крестиков, ничего. Поэтому как-то для меня это была прямо, хоть и большая, но как отдыхалочка. 7. Работаете ли вы на кого-то или исключительно работа хобби? Нет, у меня всегда была работа, а вышивка — это мое хобби, конечно, и хобби, и только лишь хобби. Я, если у меня есть альтернатива, как вот я говорю, куда-то поехать, или на пляж, или там полететь куда-то, или пойти в гости, то я очень спокойно оставляю вышивку, не запариваюсь, не беру с собой, не вышиваю, а иду спокойно отдыхаю. То есть для меня вышивка хобби, да, мне нравится, но не только лишь одной вышивкой мы живем, есть куча всего, море, огромное количество всего интересного, чего мы даже не знаем, поэтому вышивка — это одна из остального, из всего, из жизни, да, один пунктик, одна галочка. Но это не все мое свободное время. Где вы работаете? Ну, сейчас, это 8-й вопрос. Сейчас вы знаете, что я уже достаточное время живу в Панаме. У нас с мужем свой ресторан. Мы работаем сами, без помощников, потому что ситуация такая сейчас сложилась. Если раньше у нас были какие-то помощники, уборщики, там, пекари, то сейчас у нас нету, и мы все делаем вдвоем. И когда Роман не учится, у него каникулы или выходные, тогда он приходит и помогает нам как официант, как посудомойщик, как уборщик. Ну, то есть мы работаем, это наш семейный бизнес, и так мы и работаем. 9-й вопрос. Расскажите о себе, о семье. Ну, что вам о себе рассказать? Вы уже и так меня все вдоль и поперек знаете. Живу в Панаме, работаю в ресторане. У меня 2 сына от первого мужа. Старший сын, ему сейчас 33 года. Он живет в Колумбии, в Боготе. Он не захотел переезжать в Панаму. Его зовут Владимир. Он работает, делает компьютерный дизайн, вот что-то такое. В общем, я тоже не сильна в этих науках, все, что связано с компьютером. В общем, он там живет, работает, видимся мы очень редко, к сожалению. Может быть, в этом году мы планировали на какое-то короткое время, там на 2-3 дня слетать в Колумбию, ну, навестить его и просто прогуляться, если получится. И младший сын Роман, которому уже исполнилось 18 лет, он все равно для меня маленький, он живет с нами, заканчивает панамскую школу, он никогда не учился в русскоязычной школе. Русский он выучил именно писать, читать, он выучил здесь в Панаме, потому что я, в принципе, его заставляла. Ну и плюс он учился переписываться в интернете с русскими ребятами, и благодаря вот такой переписке он выучил русский язык и достаточно хорошо. Разговаривает он вообще без акцента. Ну, может быть, кто-то со стороны скажет, что акцент есть, но я не слышу, да? Но это и понятно. Энсу всю жизнь, с 8 лет, вернее, живет в Панаме. А вообще он такая, знаете, жгучая смесь. Кровь у него мама итальянка, папа перуанец. А вообще кровь у них
у папы папа, дедушка его из Чехословакии, ну, в советское время Чехословакии, какой-то Герцогович, Герцевич, не знаю, ну, какая-то фамилия такая. То есть, в общем, смесь. Но он, конечно, у меня чистый панамец, потому что так же, как вот Рома, он тут вырос, и вырастет, и растет, и учится, и живет, и работает. То есть менталитет чисто латиноамериканский, панамский. Поэтому, как я всегда говорю, он панамец, хотя внешне он тоже не похож, соответственно, ни на какого панамца, и даже, наверное, не похож на латиноамериканца. Он больше похож то ли на американца, то ли на какого-то... Ну, может быть, больше европейского, вот больше в итальянскую кровь, конечно, у него, ну, как итальянская кровь жгучая, она сильная достаточно, поэтому вот так. Вот мы тут и живем, в Панаме, и, в общем-то, неплохо, по крайней мере, спокойно, без стрессов. Ну, какие-то есть стрессы такие, но это несущественные, не такие, как были, когда я жила... на своей родине, скажем, да, потому что здесь, в странах Латинской Америки, Центральной Америки, либо там, с собой Северной Америки, здесь жизнь немножко течет по-другому. Не знаю, лучше, хуже, но просто по-другому, да, я не ставлю никакое клеймо, тут лучше, там хуже, или там лучше, тут хуже, нет, просто совершенно полярные течение как-то, совершенно разная жизнь. 10-й вопрос. Как и где вы познакомились с мужем, и как он сделал вам предложение? Ну, ой, слушайте, это вообще и смех, и грех. Я уже как-то рассказывала на втором канале, мне кажется, не на этом, а на втором канале, историю нашего знакомства с Энсо. Ну, начнем с того, что... Я говорю, муж, мы с ним официально не расписаны, живем уже 10 лет. Но не расписаны не потому, что там не хотим или что-то. Здесь вообще в Латинской Америке гражданский брак приравнивается. То есть если ты ведешь совместное хозяйство, то есть тебе не надо. Здесь очень много, здесь нету такого института брака, как вот, здесь нету ЗАГСов, понимаете, вот как в нашем понимании. Здесь такого не существует. У нас, например, если ты хочешь зарегистрировать брак, у нас в супермагазине, где, как это, супермаркет, вот, не знаю, как назвать, в супермаркете у нас есть окошечко, где вы можете там платить, например, за газ, свет, и там же вы можете зарегистрировать брак, заплатя там $30, например, да, но здесь нету такого, поэтому здесь люди, семьи живут, у них по несколько детей, иногда по 6-10 детей, да, тут очень много детей рожают, и с очень раннего возраста женщины тут рожают детей, и не зарегистрированы, основная даже масса не зарегистрированы. А если ты хочешь регистрироваться, то, значит, ты можешь пойти куда-нибудь либо в нотариальную контору, либо вот так в окошечко там в магазине в каком-нибудь, не в каждом магазине, но в больших таких центральных универмагах такая услуга есть. Кстати, также ты можешь и развестись в том же окошечке, также заплатив $30, да, то есть это я о том, да. Поэтому, в принципе, мы по законам панамским считаемся мужем и женой. Даже если бы я зарегистрировалась с ним в Латвии, то здесь бы мой брак с ним был бы недействителен, и мне бы пришлось второй раз регистрироваться здесь. То есть, ну, если даже вдруг что-то, да, то есть здесь не признается браки с других стран, только даже если ты замужем, ты можешь приехать и опять же тут замуж выйти. В общем, двоеженец, двоемужниц или как там. В общем, можно жениться, разводиться как хочешь. Можно и вообще не жениться, не разводиться, да? Вот. Но, в принципе, делать тусовку, пригласить гостей, можешь пригласить нотариуса, можешь сам оборудовать, например, в ресторане такое, как, знаете, свадебное, ну там, украсить все, тортики красивые. Тут так можно, конечно, сделать. Тебе придут в торжественной, там нотариус придет в торжественной форме, там подпишите бумагу, ну, если ты хочешь так торжественно. То есть можно это сделать, но как таковых вот ЗАГСов тут нету. Но рассказываю, теперь это я отступила, теперь рассказываю, как мы с ним познакомились. В общем, познакомили нас общие друзья, когда я жила в Колумбии. У меня был тоже ресторан в Колумбии, ну, маленький такой ресторанчик, кафетерия даже, можно сказать, больше. Я продавала только завтраки, обеды, кофе, там пирожные, всякое, в общем,
всякие вот такие тортики, то, что я пекла, пирожки, вот, ну и обеды, да, вот. И наши общие друзья, у моей, скажем так, подруги, муж панамец, он работает в Колумбии, и вот это Энсу, его друг. И они, ну я как бы слышала, я видела по фотографиям его, да, то есть, ну, рассказы, имя я знала, но лично я не была знакома, и, в принципе, на тот момент он был женат, и, ну, как-то, знаете, как рассказывают, фотографии показывают, вот это, ну, вот, и все, на этом все так. А потом он развелся в каком-то там году, в 11-м, что ли, я не знаю, в каком году он там развелся, в 10-м, в 11-м, не знаю. И мне моя подруга говорит: слушай, давай мы тебя познакомим вот с ним в итоге, да, потому что у него тоже бизнес связанный, он шеф, он заканчивал Cordon Bleu во Франции, у него рестораны в Панаме и бла-бла-бла, и, в общем, может быть, вы замутите какой-то бизнес в Богате. Я говорю: ну, давай, конечно, мне интересно и опыта понабраться, и вообще интересно, действительно, какие-то праздники можно устраивать, какие-то дни национальной кухни, ну, и так далее. У меня сразу, знаете, калькулятор начал работать, что я могу делать, что, в общем, ну, представляете, да? Я даже не рассматривала знакомство, в смысле, как мужчина-женщина, там, отношения, я только про бизнес. У меня на тот момент был только бизнес, вообще, и все, больше ничего. Знаете, как вот на скачках у лошадей, вот так вот, знаете, закрыты глаза, да, чтобы никуда в сторону, только прямо. Вот так же и я на тот момент была. Ну, и как-то мы поговорили, я забыла, ну, и потом прошло какое-то время, мне подруга говорит: так, все, короче, Энсо приезжает. Это будет наш подарок тебе на 8 марта. Это было как раз перед 8 марта. Короче говоря, мне Инсу подарили на 8 марта. На 8 марта он приехал, и мы с ним познакомились. То есть мы праздновали 8 марта вместе, вот моя подруга с мужем и я с Инсу. Ну, на тот момент я еще с Инсу как бы не в паре была, но, по крайней мере, мы вот вчетвером праздновали 8 марта. И вот так мы познакомились. Познакомились мы, конечно, чисто из-за бизнеса. И у нас сразу там такие деловые отношения возникли. Ну, а сами понимаете, когда бизнес-бизнес, и все время туда-сюда, туда-сюда. Потом Энсо распробовал все наши там блюда, которые мы готовим, ну, русские, и всевозможные там тортики, наполеончики, золотые орешки и так далее. Я никогда не забуду, когда мы со своей подругой сделали, я испекла золотые орешки, ну, эти, да, в формочках. На стол, на сладкое, как такое, знаете, вкусненькое. И Энсо, он первый раз как бы не видел, не знал, что это такое. Я не знаю, почему он, короче, взял этот орешек, и он вот так вот, знаете, как орешки давят, и вот так ладошками сдавил. Он думал, что это орешек, реально, да. То есть как-то он, я так предполагаю, что он не думал, что это грецкий орех, очищенный, не очищенный. Ну, как-то, я не знаю, что он, ну, и он, короче, вот так и все это раздавил, и вся эта... как это, внутри сгущенное молоко, все у него было в руках, он: а что это такое, что это такое? В общем, его это все так впечатлило, все вот эти десерты и еда очень вкусная, потому что мы с подругой сделали именно русский стол, там салат оливье, там, ну, как обычно, вот русскую еду мы делали, торт Наполеон, орешки, по-моему, голубцы, блинчики фаршированные, я уже не помню что, но я много всего натворила, там прям такой стол у нас ломился, да. И, короче, Энсо сказал мне: слушай, я тоже хочу, давай будем делать в Панаме такие национальные какие-то дни, там в ресторане, чтобы тоже привлекать клиентов, ну, к нему в ресторан. У него на тот момент был вот здесь соседний рядом ресторан, который там, вот, и я говорю: ну да, давай, хорошо. И, ну, и он улетел потом в Панаму, ну и так и все, мы расстались, как говорится, и все, и расстались. А потом он мне позвонил и говорит, конечно, мы общались на ломаном, ну, на ломаном английском, потому что на тот момент я на испанском вообще не разговаривала. На ломаном английском, кое-как, там я через переводчик, и так, и сяк, я уже вообще не знаю как. И он меня пригласил в Панаму, говорит: давай приезжай, посмотришь, как тут ресторан, там и бла-бла-бла, и как что. Ну, и я боялась, конечно, я спрашивала подругу, можно ли доверять, можно ли лететь. Ну, так как люди достаточно серьезные, и у подруги муж работает, до сих пор работает в американском посольстве, хотя он панамец, но он работает в американском посольстве. И
и у него друзья такие, ну, соответственно, тоже приличные все люди, да. И она говорит, да, конечно, ты можешь езжать спокойно, тем более, ну, мы можем тебе гарантировать все, как говорится, безопасность и так далее. То есть ты не волнуйся, спокойно езжай. Но я как-то, знаете, себя чувствовала неловко даже в силу того, что я вообще не разговаривала на испанском. Я думала, как я приеду, как в аэропорту, я кроме Оля ничего не знаю, да, как бы привет. Ну, то есть тяжело мне общаться. Ну и, короче, я плюнула на все, мне подруга говорит, езжай, что ты теряешь, ничего ты не теряешь, езжай, по крайней мере, на океане позагораешь, покупаешься. Я так подумала, но в конце концов, действительно, что с меня убудет. Ну и, короче говоря, Энсу мне купил билет, пригласил меня, я полетела. Ну и вот так мы стали потихонечку летать, то он прилетал, то я прилетала, и вот так вот мы с ним сошлись, замутили бизнес, короче, а потом уже, когда бизнес бизнесом, потом уже отношения, конечно, завязались романтического плана. Ну, я скажу честно, он в меня влюбился по уши и уже вообще не мог меня ни на шаг отпустить. Ну, а как в нас, в таких девочек-красавиц, не влюбиться в нас славянской внешности, с нашими-то глазками, с нашими-то ухмылочками, ямочками, там, улыбочками и с нашими ручками, что мы можем вообще все сделать, в нас не влюбиться, особенно иностранцам, просто это вообще нулевой вариант, понимаете? То есть здесь таких женщин нету, которые умеют все, могут все, и гвоздь забить, и приготовить, и постирать, и убрать, и выполнить любую мужскую работу, там, зашпаклевать, покрасить стены, вкрутить лампочку, то есть для них это вообще что-то вау, что-то вообще как с другой планеты, поэтому, конечно, он в меня влюбился по уши, и вообще уже не давал мне проходу ни 5 секунд даже, да. Ну и через какое-то время, естественно, он сказал, давай все, закрывай эту лавочку в Богате и переезжайте ко мне. И, конечно, что меня подкупило еще в нем, что он очень быстро нашел язык с моими детьми. Ну ладно, Ромочка был совсем маленький ребятеночек, там, понятное дело, он его игрушками подкупил, да. Ну, а Володя, ему на тот момент было, наверное, 24 года, 22, я так уже не помню, ну, 10 лет назад, ну, да, больше 10 уже. Ну, то есть, вот так, да, примерно. То есть, он с ним тоже нашел язык, они вместе на концерты на какие-то ходили, вместе там водочку пили. Ну, в общем, тоже он его подкупил. Ну, и вот так я посоветовалась с детьми, сказала, как вы смотрите. Ну, Володя, конечно, сказал, что он никуда переезжать не хочет, потому что у него работа, у него друзья, у него жизнь. Ну, там, он уже там прижился, у него друзья там с 14 лет. И, ну, знаете, как все равно уже он живет там как у себя дома, и он никуда переезжать не хотел. Ну, а маленького ребенка, естественно, я взяла с собой, безусловно. Ну, в общем, и вот так мы переехали, и вот так мы сошлись, и вот так мы живем, и до сих пор живем. Вот. На этом, слушайте, это длинное получилось видео у меня, да, такое какое-то болтологическое. Но думаю, что вам этот отрывочек понравился. Теперь ждите выхода следующего видео. Оно тоже выйдет достаточно быстренько. Я постараюсь записать в ближайшее время. Все. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, подписывайтесь. Всем пока-пока!